Спирайте, курите, бе! Бокал шампанского. Крум Дончим, четырехкратный победитель ралли Сливен, начал с того, что вылетел с трассы на первом допе и потерял на этом шестом. Но это была не последняя его неудача в первый день. Через 2 километра после старта пятого допа он проколол колесо и остановился, чтобы заменить его, найдя очень удачное место. Он потерял на этом 2,5 минуты, несколько позиций и едва не потерял стенограмм. Номер Петр Гешев на Peugeot 207 тоже выкладывался изо всех сил, сражаясь с Илиевым за победу. Он не собирался сдаваться. Но старания Гешева, к сожалению, едва не сыграли с ним злую шутку. Он съехал с трассы, и это стоило. Терял много времени на замене колеса. А вот тебе и на. Он расстался с надеждами на победу в моноприводном классе. Вы видите, как непросто ему справляться с машиной на этом участке. Mm-hmm.